С 1 октября жители Дальнего Востока смогут подать заявление на предоставление бесплатного гектара земли. Сейчас ведется активная работа по техническому обеспечению связи. Для этого в 148 наслегах Якутии для подключения к спутниковому интернету предусмотрены государственные субсидии. В эти дни станет известен основной оператор, которого выберут по итогам тендера. Помимо этого, администрации муниципалитетов могут самостоятельно установить необходимое оборудование, что даст возможность жителям отдаленных поселков участвовать в этом проекте. Напомним, согласно закону, с 1 июня жители Дальнего Востока могут подать заявку в отдельных муниципальных образованиях, определенными пилотными. В Якутии таким районом был выбран Нерюнгринский район.